Похищенную подростка iPhone нашли и вернули полицейские в Шымкенте. В одном из городских заведений общепита у школьницы украли смартфон. О произошедшем мать девочки сообщила в Анбекшинское районное управление полиции. Со слов заявительницы, вор нанес ущерб на сумму 600 тысяч тенге. Сотрудники полиции незамедлительно приступили к разыскным мероприятиям, проверили место совершения преступления и опросили всех возможных очевидцев. В результате принятых мер стражи порядка установили похитившего гаджет мужчину. Устройство вернули законной владелице. Горожанка, в свою очередь, направила в департамент полиции благодарственное письмо, в котором отметила профессионализм дознавателя Багдаулета Мусакулыуло и выразила искреннюю признательность за оперативную работу. Стоит отметить, что в большинстве случаев причиной кражи сотовых телефонов может стать беспечность самих владельцев. Правоохранители призывают граждан быть внимательными к своим ценным вещам в общественных местах. В случае, если не удалось избежать пропажи и телефон похищен, нужно немедленно обратиться в полицию. Автоледи с долгами в 12,5 миллионов тенге выявила Хургау в Шымкенте. При несении службы по обеспечению безопасности на городских автодорогах инспекторы полка патрульной полиции получили сигнал об автомобилистке с неоплаченными долгами. Информацию выдала программа Хургау, установленная на служебном планшете полицейских. За владелицей Toyota Camry числилась задолженность по исполнительным производствам в размере 12,5 миллионов тенге. Транспорт патрульной полицейские задержали на пересечении Тамерланского шоссе улицы Аль-Фараби. Уклоняющуюся от уплаты предупредили об обязательном погашении долга. Машину водворили на штрафстоянку. Ернур Бабиев, Ербол Махашев, новости.